И чё ты пучишь на меня? Ну я ж тебе сказал, ставь уже! Так? Ну ты, мы как будто это первый раз в жизни делаем, давай, с одной стороны поставь. Ну нет, ну не, да куда, это не про, ну ладно, и вот там еще поставь, вот там еще поставь. А у меня закончились. Мать моя, женщина, ладно, вот сюда, так, и с другой стороны ставь там три башки, вот в ряд. И после этого сразу же уматывай оттуда, быстро. Вот здесь? Да, вот там, давай. Раз. Раз. Два. И по центру. Ты чё, подать куда? Да что? А он чё-то не там заспалился, где нужно было кать? Да кокай его скорей! Так я не могу его ещё кокать! Он сейчас улетит! Он сейчас улетит! Он сейчас улетит! Нет, 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 нет! Так, вот это совершенно! Совершенно не по плану! Он же нет! Он же должен застрять был вот там внутри вот этого бедрока! А что-то все не по плану пошло! Короче, дай мне стреляй в него и дай мне стрелы! Давай быстро! Стрелы мне дай! У меня последняя стрела осталась! Все, кончились стрелы! У меня больше нет их! В предыдущий раз, когда мы вот такую махинацию проворачивали, оно же все работало. А как это мы делали тогда? Короче, Катюха, разденься, пожалуйста, разденься. Раздевайся полностью, раздевайся, да давай. Да у меня и так шлема нет. Ты что с меня все последние колготки стягиваешь? Разденься, давай быстро, господи, пока я тебе броньку сейчас сломаю. Давай, раздевайся. На, что? Без стрел не возвращайся, я его пока здесь задержу, надеюсь, он меня не кокнет. Давай быстро, за стрелами, иди сюда обратно. Господи, почему-то ничего не сработало, оно же должно было сработать. Ты где? Да, последняя стрела. Да, в смысле, где? Прям в самом центре, давай. Я прилетела. Слушай, беги сюда скорее за яблочками. Яблочки тебе принесла. Какие яблочки? Я стрелы просил. Яблоки ешь. Стрелы мне выкинь, стрелы, не яблоки, а стрелы. Эндермен, этого убей поганого и броньку надень, пожалуйста, броньку. Стрелы выбросила тебе, давай. Так, все, Кать, наша с тобой задача запердососить его максимально быстро. Давай, стреляй, попадай. Подожди, лук. Все, давай. Лук бери. Слушай, я ему уже почти половину жизни снес. Давай, попадай, Господи. Катюха. Господи. Пока я его отвлекаю, стреляй по нему, давай быстро! Как близко-то было сейчас, да я вообще не могу ни одной стрелой попасть! И по башке, да, мечом бей его! Давай, иди сюда, подбегай, бей мечом, меньше сколько у меня денег осталось, давай быстро! Яблоко съешь! Съел яблоко, но это мало чем! Подбеги сюда, бей его мечом! Лук на него не работает больше! Тася! Да ты убьешь этих эндерменов! Может, ты не будешь на меня смотреть! Да! Слушай! Ну мы же эту схему уже раза три делали! Почему сейчас это не сработало? Почему он выбрался из этого бедрока? Так это, подожди, а может... Может, там что-нибудь в новой версии поменяли, я не знаю, почистили там эти, как их называть, баги, вот это вот. Ну, кстати, хорошая теория, в новой же версии вот это Майнкрафта последняя 1.16.3. Мы же даже не пробовали еще вот так вот убивать визера. Ты это самое, подняла? Давай, все, молодец, пошли. Отдышись. Сейчас отдышусь. Обратно возвращаемся, пока одной вот этой звезды хватит, остальные потом уже... Да нет, давай еще. Куда еще? На тогда черепа вот эти, которые мы тоже добыли вне серии. Иди сама создавай вот этих визеров и сама их убивай. Ну и пойду и создам. Шучу, я повернусь. Пошли домой. Вот именно. Нифига ты сделать не умеешь. Давай, пиндососься вот туда внутрь. Конец Майнкрафта. Берем 3 обсидиана, берем 4 стекловаты, 1 звездочку с неба, которую я достал, Катюнчик, специально для тебя. Выброси сюда ее обратно. Ага, вот так, молодец. И сейчас это все надо соединить вот таким... А, да, возьми еще одно стекло и выброси мне сюда, пожалуйста, чтобы я из крафта не выходил, если, конечно, не лень. Ставим сюда и получаем маяк.
Не знаю, какой по счету, но он нам пригодится. Короче, Катя, смотри, что мы с тобой делаем. Я собираю все маяки, а ты собирай все золотые блоки, потому что этими золотыми блоками нужно будет подпитать энергию этих маяков в нашем новом храме, который мы с Катей построили вот там за домиком Лам. Так это получается, это сколько у нас маяков-то будет? Надо, чтобы они все разных цветов были. Я там красители припасла. Будет розовый, красный обязательно, фиолетовый, синий, зеленый. Какие еще цвета есть? Короче, надо сделать, чтобы все цвета вообще маяковские были, да? Ну, я вообще предлагаю цвет радуги сделать, чтобы издалека всем было видно наш город. Радужный вот такой вот, красивый. Но что самое главное, как ты думаешь, нам хватит вообще всего вот этого золота, которое у нас есть? Держи еще 9 кусочков, потому что как бы маяков... Маяков у нас в храме будет примерно 8 штук. А сколько нужно золота на то, чтобы активировать все эти 8 маяков, я в душе не чаю. Но вроде как офигеть как много. Смотри. Но это математика, это не мое, поэтому я не могу сказать, сколько нам надо золота. Так, смотри, 4 маяка ставим вот сюда, и 2 маяка у нас находятся еще вот там. Сейчас быстренько за ними надо сгонять и перенести сюда. Ну и 2 маяков не будет хватать, потому что мы с тобой, Катя, не кокнули еще 2 визеров. Так, хорошо, это очень хорошо. Как вылезти-то теперь отсюда? А, ну можно вот так. Тогда смотри, что мы сейчас с тобой будем делать. Ты по быстролярику берешь и гоняешь туда к башне Рапунцель и притаскиваешь все золото, которое там найдешь, и ломай все вот те маяки, которые там будут. А я пока начну выстраивать здесь территорию для всех остальных маяков, чтобы мы смогли это все быстренько активировать. Выкинь золото, которое мы только с тобой добыли. Ну я тоже хочу навтыкать золото, это очень прикольно, поэтому дождись меня, сейчас я быстренько за золотом схожу, и мы вместе все сделаем. Да никуда ты никому втыкать ничего не будешь! Да выкинь мне золото, я бы хотя бы 3 маяка бы активировал! Да... Я быстро! Ладно, посидим, попердим. Чпуньк, я тут. Короче, я еще нашего этого шалкера кокнула, потому что он мне мешал золото добывать. Офигеть, на самом деле, сколько у нас ушло золота на этот маяк. Угадай, сколько стаков у меня. Вот просто угадай. Ну, у нас дома 1 стак. И на тот маяк, который полностью был активирован возле башни, стака 2-3 где-то примерно. Молодец, держи 1, держи 2 и держи 3. Тут просто одного блока еще не хватает и ровно 3 стака. Но этого там нам хватит. Угадал. Слушай, я не знаю, хватит нам этого или нет. А маяки? Ты же 2 маяка еще пришаманила сюда. Самое главное, так куда их втыкать? Давай, сюда, в дырочки втыкивай, давай. И сюда. А сейчас пошло-поехало самое главное. Нужно их, Катюха, активировать прямо сейчас, чтобы они хотя бы заработали на первом уровне. А уже потом будем дальше их активировать на последующие. Вот так. А мы сами-то выберемся отсюда. Ну, потом как-то выберемся, в принципе. Вот, все, все, они все за вот это активированы. А сейчас давай выстраиваемся вот туда, наружу. Ага, давай, Кать, за мной. Пошла, давай, ага, вот сюда. Ага, вот так, давай. А чё они не работают? Это у меня такой же вопрос, а чё они не работают? Мы же их правильно активировали или неправильно активировали? Вроде правильно, они должны светиться вроде как. А подожди! Так мы их ниже должны построить! Тут же у нас вот это, тут же у нас стекло еще будет разноцветное! Так, Катюха, обратно в яму будем все к чертовой бабушке заново перестраивать, давай! Подожди, а дырки-то ровно торчат? Туда, куда надо, торчат? Ну, дырки-то торчат, но да, походу, неровно. Надо по сторонам сделать, и тогда они начнут светиться. Короче, в дырку давай пиндюхайся быстро. Жива? Жива. А что, теперь ломать все? Ломай. Кошмар. Маяки на блок вниз опустили. Всю систему там перестроили. Дырочки, отверстия в потолке сделали. И вуаля! Ты только посмотри, какая у нас красотища здесь получилась. Еще осталось убить 2 визеров, и все. И все маяки будут полностью достроены. А сейчас ты сгоняла за этим, за стеклышком? Да уже у меня все готово. На самом деле мне даже и так нравится. Это какое-то будущее получается. Как будто мы инопланетяне и сейчас в космос полетим. Ну да ладно, мы решили, что у нас будет радуга.
Ну, тогда давай расставляй. Я уверен, что как только мы это сделаем, здесь еще намного будет красивее. Давай, мать, погнала. Так, давай. Ой. Как это поставить-то? Подожди. Вот красный. Красный, смотри, какой красный. Прям краснющий. Оранжевый. Оранжевый. Дальше у нас желтый. Зеленый. Синий. Голубенький. Голубенький. Синий сначала должен быть или как? Голубой, потом синий, вот, потом фиолетовый, и последний у нас останется... А чё, а всё? Ну, тут у нас маяков нет, но пока мы так заполним. Ну? И чё, и так не круче выглядит? Давай наружу выйдем, наружу вот сюда подойдем куда-то, к нашему порталу, вот сюда, и со стороны посмотрим. На кладбище давай, на кладбище отправимся. Да, конечно, за кладбище лучше всего. С кладбища лучше. А хотя, подожди. Подожди. Опа. Опа! Давай сюда, залезай ко мне! Давай, сейчас будет маленькая вот эта мини-арабская ночь! Давай, подпрыгивай, тыкай! Давай, опа! Оп. Разворот, и поплыли по воздуху, ну посмотри! Разве не красотища, Кать? А почему такие цвета-то яркие? Они же все-таки блекленькие были. Я не знаю, но мне нравится прям очень. А когда будет еще фиолетовый, когда будет пурпурный, вообще просто... Наш дом и так как бы за километр видно, а с этими маяками совершенно другое дело. Не, ну красота. Красота однозначно. А что это за кобыла там ходит? Господи, какая... Где? Сзади нас кобыла какая-то. Реально. Так, подожди. Стоп. Слезаем с арабской ночи. Это мастер! Слушай! Иди проверь на секундочку, а Маргарита в загоне или ее тоже там нет? Еще бы чуть-чуть, и его бы крипер какой-то бы ночью закокал. Где Маргарита? Нету Маргариты. В смысле нет Маргариты? Нет Маргариты. Нет Маргариты, и здесь пшеница сломана возле моего секретного сундука. Мать моя женщина, отвернись на секунду. Подожди, я сейчас что-то вообще ничего не понимаю. Смысл? В сундуке 5 изумрудов. Маргарита где? Мне больше интересно не там, где Маргарита, а где мои 20 стаков изумрудов, которые я прятал в этом сундуке под пшеницей в загоне мастера и Маргариты. Кого? Какие 20 стаков изумрудов? Ты... Чё происходит? У меня в этом сундуке, в загоне, в секретном сундуке было 20 стаков изумрудов. Сейчас там, Катя! 5 изумрудов! Подожди, давай спокойно, ты мне объяснишь сейчас, что происходит? Где Маргарита? Какие 20 стаков изумрудов? Какие 5 изумрудов? О чем ты вообще? Кто-то украл мои изумруды, которые я украл у тебя, которые ты украла у меня, которые я до этого украл у жителей нашей деревни. Те самые изумруды, которые ты просрала в казино. Помнишь тогда в том магазине, который в деревне находится? Это вот те самые изумруды были. Чё? Кто-то украл изумруды мои, которые я украл у тебя, которые ты украла у меня, которые я украл у жителей. Понимаешь? То есть это те изумруды, которые я в казино спустила этому... Это твоих рук дело, что ли? Это был не настоящий... Куда пошел? Да, я признаюсь, это был не настоящий продавец, это все был троллинг, и спустя столько много времени ты это выяснила, но в любом случае это как бы мои... Подожди! Чё? То есть ты мои изумруды, которые ты украл у жителей, которые я не украла у тебя, честно в споре выиграла, ты у меня их украла, и сейчас украли их у тебя. Ничего не понял, но примерно как-то так. В конечном итоге, вот это, у меня кто-то стыбзил все мои 20 стаков изумрудов и выпустил, подожди! Так, мастера-то обратно надо загнать, Маргарита? А где Маргарита? А если Маргарита кокнулась-то вообще, а? Так, подожди, если мастер тут ходил, то Маргарита тоже должна быть где-то рядом. А еще надо эту кварплату месячную, эту дневную взять у этих наркоманов Петровичей. Надо тоже забрать у них это деньги. Вот ты ответь мне на один вопрос, пожалуйста, скажи. Вот ты тупая, вот просто ответь.
В смысле тупая? Я тебе сейчас это... кокну? Кого? Ну так ты логически подумай. Если у меня пропали изумруды, и если ты эти изумруды не забрала, а наркоманы Петровичи в предыдущей серии выкинули нам 5 стаков этих самых изумрудов и заплатили нам за аренду квартиры, как ты думаешь, кто же украл все мои изумруды? Кто? Еще, я спрошу еще раз. Вот ты тупая! Подожди, да это неправда, они сами, скорее всего, их добыли. Подожди, да где Маргарита? Да что вообще происходит? Кстати, так это Маргарита украла все мои 20 стаков изумрудов, купила себе билет на Таиланд, купила себе там пентхаус и сейчас отдыхает с другими вот этими кобелями. А мастер остался по один. Погоди, так это наркоманы Петровичи у тебя изумруды украли, и нам ими же заплатили за аренду. Да ладно! Вот ты сейчас серьезно? Да, я тебе серьезно говорю, это они украли. Ну, кстати, наверное, Катя, да. Вот если бы ты это ты сейчас не предположила вот эту теорию, я бы, наверное, даже не догадался. Да где Маргарита-то бродит, ходит? Ну все, пипец. А, так вот она! Маргарита! Иди забирай ее, она на скамейке здесь тусила все это время. Отводи ее обратно к этому кобыляке нашей, к этому к мастеру. А с этими наркоманами Петровичами я сейчас сам разберусь. Жорик, не мешай. Я тебя прошу, я даже не с тобой пришел разбираться. Здесь будет жить банан, нагнись. Ладно, нагнемся. Так, банан здесь, значит, роза визера. Ага. Ну, уютненько. Уютненько у банана. Оп, нифига себе! У банана здесь хоромы лучше, чем у тех, кто на втором этаже. Банан прирожденный Гарри Поттер. Так, в сундуках он при... А, нифига себе, у него морковки. Кать, походу, они не только изумруды воровали, еще и морковку твою воровали. Ага, и зелья, походу, твои воровали с твоей лаборатории. Ага. Иди сюда. Ты там? Подходи. Да тут. Я просто от злого Жорика пряталась. В смысле они мою морковку спёрли? А зелье-то им зачем? Ну вот на кой чёрт? Чё ты там это удивлялся? Где у кого-то комната, как у Гарри Поттера? Да ты к банану зайди, посмотри, какая у него там комната. Мне больше нравится, чем там, не знаю, чем комната у Отомчика на втором этаже. Так. Самогон и закуски. У кого самогон? У банана? Тут... Да. Так, ладно. Бар Константина, завод настоек от банана, телефон 896-743-24. Ускоряющий самогон от банана, самогон силой Ninja Turtles, прыгающий самогон от банана... Так. Походу я знаю, это банан, он производитель. Этот производитель, посмотри, это бар Константина. Ты смотри, что они здесь устроили. Нифига себе, тут у вас вообще тусовка, я смотрю. Бар Константина, все за 2 изумруда. Ага. Ну давай, продай мне что-нибудь. Ну давай, давай, 2 изумруда на бочку. Давай, продай что-то, Катя, давай, бар Константина. Так, что это он мне продал? Что это? Самогон банана. А ну выкинь сюда. Самогон банана. Медлительность 6, сопротивление 4. Ничего себе. Так, а я вижу то, что они неплохо обустроились в этом отеле, да, как я понимаю. Ты смотри, тусовка у них здесь на третьем этаже. Карась, ёперный, дичь всякую пишут, как не обращай внимания. Так, слушайте, хорошо вам здесь, наверное, всем живется. Личный отель, да? За проживание всего лишь платите по 15 изумрудов. Кстати, с каждого по 15 изумрудов давайте выбрасывайте на бочку еще один же день вот это проживание. Давайте, давай. Ага, ага, давай, ага. Ой, пошли изумрудики. Ой, и Костечка. И у меня в инвентаре 4 стака изумрудов, а я просил всего лишь 15. Ну вы, слышите, такие молодцы, ну как только зарабатываете столько? Щедрый, прошу всего лишь по 15 изумрудов за один день, они мне почему-то стак выкинули, собаки такие блохастые. Ну это им еще на 4 дня вперед, да, получается?
На 4 дня, да? А бар Константина как бы за него тоже платить надо, получается, Костечка. Так, ну ладно, мы пойдем, спасибо. Спасибо, спасибо. Так, пойдем, мы удаляемся. Ты смотри, он сейчас жахнул и потом твоей морковкой закусил, Кать, у меня на глазах. Да пусть делает, что хочет, у нас потом с ними другой разговор будет. Да какой потом другой разговор? Сейчас им все это в лицо надо сказать, прям сейчас! Они все обнаглели! Успокойся, пойдем отсюда. Я не знаю, что Катя хочет от меня. Я тебя кокну, этого Амочка, честное слово. Ща! Мы сейчас вернемся, минуту! Чё? Чё такое? Иди сюда. Так, это тут живет Костя. Давай, у Кости мы еще не были. Давай, заходи. Уйдите отсюда! Идите там в бар Константина, развлекайтесь. Да. Чё? Это смотри, какая у него комната огромная! Ты же понимаешь, чем это пахнет? Конечно, понимаю. Бананом. Он же самогон жахает, от него и воняет. Да я не про это! А про чё ты? Ну надо их как-то проучить, что-то как-то подшутить, чтобы они поняли уже. Забрать весь самогон банана, и тогда они поймут, да? Сейчас я спрошу, ты тупой? Ну так ты прямо скажи, чё ты хочешь сделать? Троллинг. Троллинг! Обычный классический троллинг. Не над тобой, не надо мной, а над ними. Кстати, мы же еще не... Сейчас, подожди, я кокну одну слишком... Да, собаки подслушивают, что еды колотить! Я же сказал, уйди отсюда! И это Костя, ебер, кокос тоже! Значит, будете знать, как подслушивать! Идите в бар Константин... Так, подожди, картошка, господи. Так, все. Господи, Мия, ну ты что, прикалываешься надо мной, что ли? Так, уйди. Ну так они возрождаются, тут тупица! Уйдите все с этой комнаты! Короче, это сам... Это... Уйди... Это... Сюда, все, пошли на улицу, иди сюда, иди сюда. Господи. Выпрыгивай сюда. Идите отсюда, малек со своим арбалетом проклятым! Пошли ко мне в магазин Лего. Иди сюда. Быстро. Оставайтесь там в своем этом отеле. Иди сюда. Подойди вот сюда. Сюда ко мне подходи. У меня уже башка болит. Подожди, свет выключу. Подойди сюда ко мне в этот темный угол. Все это время я троллил Катю. Все эти серии, весь этот сезон вот этого выживания. Пришло время затроллить не тебя, а чтобы мы вместе с тобой затроллили наркоманов Петровичей. Ну все, троллинг в следующей серии они запомнят до конца жизни.